Это чё? Гранаты кидают, гранаты кидают. Ну это не мы, наверное. Ну да, это враг. За домиком наш рисковый. Забор сломан. Вошел. Ёск. Не убили, он в нас уже внутри. Прикрой, блудир. Боже, что это было? Тебя виснут убил. С РПК? Да. Я вообще испугался. Паша, ты откуда меня вообще грохнул? Я слышу, как ты вдоль забора пробежал. Я перепрыгну через забор, у тебя за спиной оказался и заставил. Ах ты же мых! Сука, хитрожопая. Ну как, есть возможность. Я вообще, я думал, типа там рядом союзник, если бы была там. Но я не ожидал, то, что ты перепрыгнул. Я тебе даже дымов накидал, думал, сейчас пойдешь сюда. Нет, а, не пошел. Я думал, это съездит. Кочегар, ты понял, как я к вам в здание попал? Да, ты прошел через дырку. Потом я через окно. Да, через окно и поднялся. Я тебя ждал. Бля, когда ты заходишь, мне в упор очень как-то подлагивает. Я хоть раз выстрелил в тебя? Да, ты меня в бессанку кинул, тебе больше скажу. А, тут тебе вообще пофиг было, когда я в тебя разрядился. Ну ты, Паша, да, гук. Конечно, гук. Ну что? Надо же пользоваться преимуществом цивилизации. Я еще подкинул, чтоб дымов, думал, союзник пойдет какой-то. Надо было хнешку кидать туда. Да. Я приглашал, думаю, сейчас пойдет, сейчас приму всех. Не пошли. Пришлось самому идти. Да, и получил пулю тоже зашла. Ну я чувствую, что сейчас поймал. У нас сметана смотрит на вышку, думает, как пойдет. А там никого. О, Бисмут, Бисмут открывает дверь. Оп. Я сейчас в этом коридорчике замочу. Кто? Там никого нет. Гонза тупит. Бля, я бы угорал, если бы можно было забраться на самую верхушку этой башни. Попробуй. Нет, тогда нельзя залезть.
Кстати, скрипт на запрыгивание через забор очень полезный. Я через первые окна залез, благодаря пробелу. Да. Я сам себя полностью всего переломал. Мы видели. Вся надежда, короче, на Бизмута. Опа, ладно. Да тут себя решил убить? Лучше б убил. Граната. Опа, кидает. Гонза, увидел. Да поздно. Ну он смотрит все. Опа, там нету Бизмута. Опа, Бизмут обходит. И туда же выйдет. Не, там его, по сути, у Гонза не ждет, тебе хрен знает. Оп. И встал. Нет, Бизмут. Вон они не видят друг друга. Бизмут. Фу, он вышел. Я не знаю, что сметана так долго идет. Испугали. Сметане ловит, а ничего. Что, это Дутис решил пострелять по трупу? Сметана со своей лестницей бегает, бесполезный. Да. Хотя у него пробел есть. Ну, к сожалению, ну, Гонза, все знают. Я вам сказал, типа, он сказал, да и не так. Бизмут, хочешь рофл? Да, хочу. Короче, Дути стрелял не по тебе, а по трупу, который был под тобой. А, я понял. А я уже поздно заметил. Я его увидел, когда он по мне уже стрелял. Сметана-то с дробью на утку. А так у него два ствола. Посмотри, двери не пробиваются. Разве? Пробиваются. Попал. Он её так посмотрел, Гонза. Бешено. Заряды топовые. Можно весь забор вообще снести. Зачем? Можно же перелезть. Опа, Гонза ждёт сметана. Ну, он за пулькас или кисломолочный продукт? Кто сильнее? О боже, это Гонза. Многополигональная картинка на мониторе. 10 из 10. 4К. Да. О, мы там и есть тоже. Видит сметану, наверное, да? Да, да, увидел, да, надеюсь. Увидел. А Гонза не там, да, смотришь? Сметана ты следующий. Слушай, они как-то такое ощущение, что они дают. Все, сметание проехали. Трехочковый. Не пожалел. Ой, хорош. Трехочковый. Че? Отличные ГПшки, братан. Красавец. Так, я спрашивал, есть свои в домике? Никто ничего не ответил. Сорян, я думал, что там свои. Я вязался. Ну, братцы, там мог сказать? Я видел, туда забежал кто-то, и поэтому... Это я забежал к ним. А сколько я своих убил? Двоих. Пиздец. Сорян. Ну надо же было, блин, по рации отвечать что-то. Не знаю, я тебя не слышал. Ты старался. А я видел того, который забежал враг? Да, у меня отжал. Я без ванка отправил, а блудир добил. А ты только нас блудиром убил. Туалет. Сметана. Что он делает? А Паша же туда один раз запрятался, я помню, да. Такой, как на другой карте. Ой, да тут ножку показал. По-моему, сметана решил нервы расслабить после перестрелки с Гонзо. Кстати, по сути, сметана сейчас может поставить лестницу и чуть-чуть достать до второго этажа. Да тут в окно выглядывает, а там долбоеб какой-то по лестнице лезет. Да-да-да. Сметана, наверное, решил проверить все-таки эту Гонзо будку. О, еще через решетку пролезет. Сметана да мустик, блядь. Не, все, он увидел труп Гонза. Пошел лутать. Он, у него, кстати, бинтов нету. Вон не орал. Ну он может сейчас бегать. Да, еще перевернет. Ну да, бинты лутает. Буроник забрал. Лестницу отдал. Щедрый.
Да, да, да. Сейчас будет резаться. Че, он суицид собрался? А. Отменил. Морфик кого? Надо здесь там все еще ищет позиции. Где лучше? Ничего, найдет. Сейчас в дом закинет КПшку и все. Да, кстати, да. Кстати, да. Как гон за нас. Ну если туз спалится, тогда закинем. А так я не знаю. А вопрос, что у него остались ГПшки? Ну как? Да, что-то 8 было. Кто там у сметаны есть в друзьях в стиме, пишите ему второй этаж. Да туз будет бомбить. Только хотел сказать, ё-моё. О, ГПшка! Он так понял, что нужно... Написал. Только первый этаж, кто-то ошибся этажом немного. Чувак, гляньте на Дути за это, адекватно? Что он делает? Это адекватно, как он так смотрит, блядь. Чё за трэш? Опа! Ой-ой-ой! Чё, уебёшь? Научите так же, пожалуйста. Читы. Гранаты кинул. Опа! Нихуя себе! Как он так делает? О, попало в жопу сметане. О, сейчас сметана может забраться наверх. А там прямой бросок, по-моему, есть. Трехочковый в прямом Давай, смысле. ГП же, братан. Шесть, да, и выбираешь бросок. Беги! Я сейчас сам себя убью. Победитель, блядь. Романошка. Боже. Что это за говно? О, сметана, походу, закинь сейчас ему ГП. Если они не закончились, они. Да нет, да нет, он штурмует эту башню. А, он походу думает, что на башню он послает. А я так понял, домик этот что-то активно штурмовали, трупов много. Да это Гонза всех убил на ГП. Не, там возле параши трупы, это Гонза, по-моему, пострелял ГП. Акулу убил Дучис. Ай-яй-яй. Зря сметан решил. Зря, да. Выбрать, лучше бы ГП шел дальше. Пишите ему в Steam. ГП. Да. ГП. Ну, он первый кстати, раз Дутис за ГП это, да. Сраный, если он вообще начнет перевязываться его сметаной. Дутис не сраный. О, сметан должен быть. Батастрел. Он и ушел в жопу пытается. Он бот убил, по-моему. Кстати, сметана нет, может гранату закинуть. Нет. О, не надо. Сейчас он что-нибудь... Пизда сметане. О, граната пошла! Да ладно! Сейчас сколько можно? Нет, глупый. Рядом с головой. Нет. Да. Пулемет взял. Надо было ГПшить. Чего? Надо было ГПшить.